Вокал, рисование, рукоделие, танцы, игры. Клуб «Восход» приглашает ребят в творческие объединения. На дне открытых дверей педагоги и руководители клуба встретились с детьми и их родителями, рассказали о занятиях, ответили на интересующие вопросы. Все желающие тут же могли записаться в понравившиеся объединения. Бесплатные кружки, вот и студии музыкальные или ИЗО-студии, они дают бесплатное образование детям. А наши игротеки, они помогают ребятам наладить коммуникацию, пройти социализацию. Здесь мы учим и в том числе и заниматься социальным проектированием. Развить фантазию и творческие способности можно в ИЗО-студии «Стрекоза». Здесь ребята от 4 до 12 лет рисуют, лепят, мастерят оригами, расписывают ткань в технике холодного батика и осваивают такое новое направление, как фильцевание, валяние из шерсти. Хочется больше часов уделить, опять же, тем, чем я занимаюсь сама, это валянием из шерсти и будем делать шерстяные картины. Вот. Ну, еще в старшей группе у нас будет вышивка. Начало вышивки будем заниматься вот рукоделием. В свободное время или после уроков дети вместе с педагогом в игровой зоне смотрят фильмы, читают книги, играют в интеллектуальные и подвижные игры, а также обсуждают идеи и планы для различных социальных мероприятий. У нас каждую пятницу проходят клубные дни, в которые мы проводим различные мероприятия по тематикам, к определенным каким-то дням праздничным. То есть это викторины, мастер-классы, квизы, это запись видеороликов, это постановка флешмобов, это постановка сказок. Ну, вообще, очень разнообразная творческая деятельность. По всем вопросам можно обратиться в клуб «Восход» по улице Советской, дом 10, или по телефону 5-18-45. Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.